Вот. Деды Морозы готовят что-то вкусное. Нет, это сыр же потом. Сыр потом. Вот сейчас здесь с этим расплавится и будет хорошо. Знаешь, какие специалисты, в самый последний момент. Сыр ты потом перемешиваешь, чтобы он именно подплавил. Это дело все нормально. А, у нас же есть еще этот сыр. Какой? Моцарелла? Зеленый. Но он где-то есть, я не знаю, где он. Это не он. Но он... Вот он. Сыпать в этом, в готовые макрошки. Да. Вот он так где-то идет. Вот мне вот интересно. Зеленый сыр посыпают на бутерброды и макароны, а также используют как ингредиент для приготовления больше... Ишь чё. Все знает, все знает. Мне кажется, это лучше на готовые макарошки. Ну да, так идет. Или на хлеб. Да. Хлеб чусовской. Понятно. Очень хорошо, только какого хрена пакетик... Мокрый не режет. Что, видео снимаем? А да, я на видео вас снимаю, вы такие Деды Морозы. Санта. Санта-Круз. Сатан-Клаус. Что делаю? А нельзя ножницы нормально взять? А в ножницы там есть вот там. Надо рвать. Он в порошке. Я буду первым. Давайте дорожку. Дайте позырить, дайте снять. Что это? Это сыр. Это сыр такой? Ну-ка, сыпьте. Насыпь зеленого сыра. Ты тоже хочешь? Я его вот так вот. Поделись, Наталья. Нюхать. А тут много. Насыпь мне сыра зеленого. Ух ты. И что, дорогая штука? Да нет. Ну-ка. Ты поймешь? Фу, гадость какая. Ну такое. Что за какая-то приправа? Можем, мне кажется, обойтись без него. Или ты хочешь его добавить? Странные. Ну мы его сейчас сюда добавим. Да. Малыш, главное, чтобы вот из этого не получилась такая каша, которая... Давай его, можно его высыпать мелкий? Я попробую. Почем сыплю я? Какой-то он мне не пошел. Нормально. Он на приправу похож. Mm-hmm. Пахнет вкусно. Мне вот кажется, он уже соленый. Ленка. Мне кажется, лишнее будет, вот реально. Тут же переборщишь. Дед Мороз. Не, а я больше вообще сюда это как бы добавлять не хочу ничего. Тут соли-то нет. Секретный ингредиент. Еще оливочного этого. Очень секретный. Что-то секретный ингредиент.